Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки-ниндзя-легенды. У нас с тобой ежедневные награды. Мы их забираем, и сегодня открылось новое испытание, да? Черепашья буря и клан Фуд. Ну что же, погнали. Черепашья буря, как я тебе и говорил, да? Что здесь очень круто фармить именно черепашек. Ну а для меня здесь прибавка по баксам идет неплохая. Ну что, давай посмотрим, кого мне здесь дадут. Ну, в принципе, для начала сгодится. Здесь я справлюсь с этой командой. А вот дальше не знаю. Дальше посмотрим. Ух ты, бравая команда. В первую очередь нужно замедлить. Так, ну понятное дело. А если мы вот так сделаем? Шинковку. Великолепно. Так, а здесь у нас черепашки фильм. Да? Вся бравая команда собралась. На-ка тебе. Плюс волна. Давай так, наверное, сделаем с тобой. Этот погибнет от постепенки, хотя зэк его ногой ушатал. Так, пошли ролевики. Ролевики. Так, ну здесь, наверное, лучше шваркнуть Донателло нам в первую очередь. Угу. Дальше Рафаэля попробуем. Не вышло. Хотя... Да давай вот так вот просто. Хоба. Дальше Майки. Давай, наверное, с гранатомета. Леонардо упал. А какой уровень? 60-й. А что-то они тут для 60-го уровня, ребята, очень быстро падают. Классика. Ну что же, классика. На тебе. Маузер, выбегаем. Не жалеем. И добивка. Все, ребята, первое, так сказать, испытание мы с тобой прошли. На втором, какой у них там будет, 70, по-моему, уровень, да, если не ошибаюсь. Вторую мы, скорее всего, тоже пройдем. А вот насчет третьего. Так, смотри, 60 баксов, неплохо. Ну-ка смотрим. Да, здесь, друзья мои, 70 уровень. Но, опять же, тебе скажу, это нам пока под силу. У нас есть с тобой хиллер. Без хила, конечно, было бы сложно. Но с супер шредером, я думаю, справимся. Так, классика. Давай-ка мы, наверное, здесь... Блин. Нет, все-таки я шипы. По-моему, здесь будут оригиналы. По-моему, да. Так, переходим на вторую волну и смотрим. Так, это у нас ролевые. Смертельная волна пошла. Ну что, Ванюша, давай свою пулеметную дробь. И остался один Лео. На тебе. Да, вот они оригиналы. Я, наверное, сделаю вот так вот. Сердцебиение, потому что он все равно слепой, ничего не видит. Леонардо. Теперь маузеры. Да чтоб тебе. Ну-ка, с гранатомета, если бомбануть. Воу. Вся дружная четверочка упала. Ну, а здесь у нас черепашки видения. Так, здесь, блин, наверное, массовиков лучше все-таки бомбить в первую очередь. Ну-ка, Шреддер, расправься с ним. Нормуль. Так, теперь Донателло. Ну, чтобы он не вставал здесь в провокацию. На тебе ракетой. Изи. Так, гранату мы с тобой бросаем сюда. А, блин, постепенно урона не... О, в инвиз пошел. В невидимости, хорошо. Здесь попробуем заблокировать способности. Так, двойного удара нету. Но этого и не надо было. Нам хватило. А этот у нас с меткостью, да? Смотрю, с офигенной. Но в невидимости. И в итоге мы его все равно, ребята, раскромсали. Ну что же, теперь пойдем на последнее, так сказать, событие. Мы сейчас сколько получаем с тобой долларов? 15,75. Ну, получается 90... А, это же вообще, это жетон, ребят. Че я? Это жетоны. Значит, 15 баксов. И Донателло ролевой, кстати, который мне тоже нужен. Так, что здесь? Ну, ты сам видишь, да, что здесь идет на фарм, ребята. Я, естественно, здесь фармить не буду. А вот по поводу жетонов нам надо сходить в магазин. Потому что...
По-моему, я насобирал для того, чтобы купить себе ДНК. Ну, глянем. Здесь я ничего приобретать не буду, по монетам у нас. Так, Дони Космос приобретается, а по жетонам... Блин, кого мы по жетонам-то с тобой? Так, Рокстеди Кролик или же все-таки Леонардо Ролевой, а, ребят? Даже не знаю. Наверное, все-таки здесь. Вот так вот. Ну что, еще 6 ДНК, ребята, надо. 6 ДНК. Так, задание. А, я же еще задание тут не выполнил. Господи, пройти серию испытаний. Так, поединки. Где у меня карайка? Там нужно, по-моему, ящики с инструментами искать. 10 штук. Ну что, поехали. Раз ящик. Два. Три. Четыре. Пять. Вообще никаких проблем нет с этими ящиками. Шесть. Семь. Восемь. Еще два осталось. Так, восемь. Да чтоб тебе, ну. Девять и последний. 10. Так, прокачиваем до второй ступени, ребята. Удар копьем. И дальше нам нужно с тобой 2 куклы Дарума, 6 катушек с пленкой и знаки 12. Ладно, это уже в следующей серии. Так, забираем свои награды здесь. Пройти серию испытаний и поднять уровень персонажа. У нас сколько мутагена, кстати? 2000? Серьезно? Я за 2000, по-моему, ничего не смогу сделать. А нет, смогу. Ну что, саблезуб получает 41 уровень. Так, забираем тут награду. И пройти серию испытаний. Ладно, давай быстренько пробежимся. Подожди, куда это я там щелкнул? Вот сюда вот. Раз, два, три, четыре, пять. Пойдем быстренько пробежимся и будем допроходить события. Север Монтес, собственной персоной, да? Смотрю, здесь стоит и улыбается мне. На тебе! Блин, жалко, двойной атаки не было. У Леонардо есть. А, у Армагоши есть. Окей, кстати, надо было химнуться нам, скорее всего. Потому что здоровье, я смотрю, у Супер Шреддера, да, и у Армагона немножко подсбито. Так, Пиццелицы, Рокстеди, Крип. Давай. Вот так вот, наверное. Заблокируй ты его. Ну, есть. Молодец, красавчик. Так, теперь супер удар. Добили. Так, ну, я здесь, ребят, трачу хил. Понимаете, зачем, да? И добивка, скорее всего. Проще простого. Так, ну, главное, мы сейчас забираем с тобой все. Все ежедневки сделали, да, все, последнее забираем и продолжаем наши, как говорится, бои. Еще арена у нас, блин, не забывай. Правда, мы там вчера дошли до топчика, но сегодня, больше мере, нас уже скинули. О, тут еще и телепорты разыгрываются. Ну, телепорты это уже будут за кадром. Так, подожди, что-то я не то делаю. Ну что, ребята, пытаемся с вами пройти. Слушай-ка, подожди-ка, может быть нам взять Криса Брэдфорда, а вместо кого? Вместо... Нет, 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 вместо Ваньки не хочу. Ванька здесь, мне кажется, все-таки будет получше, чем Крис Брэдфорд. Хотя тут 6 волн. О-о-о. Ты дышь, неплохо начинает, а, ребятули? Неплохо. Но вот хорошо ли они закончат? Поехали. Блин, ну тяжело, конечно, с ними тут драться. Сам понимаешь. Надо срочно ставить. Господи, еще и провокацию берут. Ну ты-то куда своим хилом лезешь, а? Погнали, короче. Смертельная волна. Теперь пулеметная дробь от Ваньки.
Делаем с тобой сердцебиение. Без него, ну, нам никуда. Так, а теперь нам надо пробить вот этого вот паренька. Крепкий, да? Крепыш, так сказать. Смотри, что творит, а? Волна. Ох ты, гаденыш. А ты-то что делаешь? Защиту поставил. Я думаю, что это тебе не поможет здесь. В плане, не понял. А почему мы не отхиливаемся, друзья мои? Так, ну тут понятно, тут надо блокировать сразу майки, чтобы он здесь не делал никаких уклоняшек и тому подобное. Так, нам нужны с тобой супер массовый вот. Поехали. Добьешь, интересно? Добил, красавчик. Так, теперь, наверное, сделаем вот так вот. С гранатомета. И добивка. Смотри, у нас практически все здоровье восстановилось, ребят. Третья волна. Это классика. Тоже жесткие ребята, типки такие еще. Тут, наверное, вот так вот сделать надо. Леонардо. Даже притормозить бы его как-нибудь. Плюс бросаем с тобой бомбочку от зэка. Офигеть. Бомбочка от зэка вообще ничего не сделала, прикинь. Маузер, вперед. Так, Рафаэль, наверное, Донни. Донни надо. Ать. Так, теперь сюда. Пицца, ладно, фиг с ним. Хильнешься. У них хил, да? Так, этот усиливает атаку, понятно. Бросаем когти. Зэк, 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 аккуратней. Вот так вот, ребята. Распечатали зэка. Вот надо было все-таки Криса Брэдфорда брать вместо зэка. От его бомбочки здесь толку ноль. Вот что тебе хочу сказать. Ушатали. Так, четвертая, только лишь четвертая волна. Естественно, сразу включаем сердцебиение. Дальше. Делаем с тобой смертельную волну. Пулеметная дробь от вонюшки. Минус. Так, наверное, сюда бомбанем. Есть контакт. Пятая волна. Черепашки видения. Блин, у меня ничего и нету, чтобы ни одной массовой атаки, прикинь, не осталось. Провокацию брать я совсем не хочу. Уклоняшку, да? А, ускоряшку, это ускорение, да. И сейчас фиг попадешь по нему. Хотя нет, Шардер попадает. О, провокация пошла. Ну давай тогда ракетами. Ракетами плюс кастет. Массовая пошла атака. Ай-яй-яй, че, он заблокировал, ребята, хил. Прикинь, мы теперь не сможем с тобой хиляться. Тогда сделаем вот так вот. Минус. Я... Ой, зачем я... Зачем провокацию я взял на Рокзара? Так, ребят, последняя волна, шестая. Это космические черепашки. Ух ты, как тут Ванька сейчас вдарил. Давай-ка, наверное, Донни, наверное, уберем отсюда. С поля боя. Дальше попробуем Лео. Не вышло. Кексики, кексики, да? Так, кого-то заблочит. Ничего не вышло у него. Эх, сердцебиение. Да уже, наверное, поздно. Не поможет оно нам. Рокзар минус. Слушайте, ребята, ну в принципе, если бы мы взяли с тобой Криса Брэдфорда, я думаю, здесь можно было бы пройти на 3 звезды. Потому что зэк в данной ситуации, в данной команде, вообще никакого веса не имел. Вообще. Ладно, я подумаю над этим. И в следующей серии, если что, мы, наверное, перепройдем на 3 звезды. Так, у нас с тобой еще клан фуд. Снаряжение, да? Так, давай-ка посмотрим. Что я могу сказать, ребят? Так, погоди, вот это вот не надо.
Тут можно немножко подраться. Три волны. Так, поехали. Отлично, минус один. Так, они 70 уровня, так что все хорошо. Здесь можно, наверное, на автобой, я думаю, поставить. Они справятся. Так, здесь у нас кто? Тихо, подожди, 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 блин. Не надо никакого автобоя. Да выключись ты. Вертушку. И добивка. Так, третья волна. Вот они, хлопчики, стоят здесь. Любуются. Мы сделаем с тобой, наверное, вот так вот. Уклонение поставим. Сюрики. Так, муху, наверное, надо убрать отсюда. Чтобы не мешалось нам, да? У кого есть массовая атака еще? Да, по-моему, а, у... нет, у Дони нету. Потерял он сюрики свои. Так, у Рафа нету, у Майки тоже нету. Ну, тогда будем просто бомбить их. Раз. Пробьешь? Молодец. Так, ну что, первые прошли. У нас с тобой там, кстати, не очень много сыра. Наверное, мы с тобой здесь все и потратим, судя по всему. Но сейчас нам придется еще отказаться от Донателло, потому что он 80 уровня. Снаряжение, клан фуд получили. Вот от Донателло придется отказываться. Не хотелось бы, конечно, ребят, но другого варианта нету. Ну что, бравые черепашки, давай вперед. Поехали. Сейчас с этими клан-футовцами разберемся. Супер атаки оставляем с тобой на последнюю волну. На последнюю или предпоследнюю. Там посмотрим, как пойдет. Так, здесь хиляться я пока не буду. Так, тихо. Минус. И добивка. Так, переходим. Твою налево, никакой добивки не вышло пока еще. Так, идем на вторую волну, смотрим. Ну, здесь массовую атаку надо применить. Во-первых, провокацию сделаем. Это раз. Давай тогда уклоняшку поставим. А что мы теряем-то? Да ничего. И массовая атака. Минус двоечка сразу упала. Так, Раф, добей его. Ну, эти не жильцы, все, ребята. Сами понимаете, почему. А. Так. Поджарка не прокатила у этого парня. Ну. Вырубили Рокзара. Так, ну-ка, если я начну вот с этого. С Бакстера Стокмана. Блин, постепенно урон не повесили, к сожалению. Но зато проникающий его уложит в люлю. Так, ну здесь, ты сам видишь, карайка. Все с массовыми атаками. Дай-ка я, наверное, добью карайку здесь. Нормуль. Так, Шреддер со своими массовыми атаками. Опа. Ребят, срочно хилиться надо. Срочно просто. А у нас провокация кончилась, да? Хиляемся. Так, ну что, Шреддер. Есть контакт. Крис, блин. Не попал. Промахнулся, да, короче? Ну, здесь выиграли. А вот что нам делать с тобой с третьим событием? Не знаю. Конечно, можно его пройти, но без потерь не получится. Это если мы с тобой полностью комплектуем команду нашу. Так, снаряжение клан фуд в кармане. 90 уровень. Ну, блин, смысл брать Рафаэля, я не знаю, ребят. Ай, сложно, конечно. Но давай попытаемся. Давай попытаемся. Авось прокатит. Ну, естественно, сразу же начинает Дони. Так, молодец. Адабрямс.
Так, нам бы на Рафаэля повесить провокацию, чтобы он... чтобы он раздавал тут звездюлей всем, кто его тронет. Так, сюрики, погнали. Так, минус. Этот тоже труп. Этот тоже. Ну и этот, само собой. Так, переходим на вторую волну, смотрим, кто здесь. Но тут, наверное, массовую атаку лучше врубить сразу же, которую у меня нету. Тогда сделаем, наверное, с Бакстерстопана начнем. Постепенно повесилась, это уже радует. Но здесь, видишь, два провокатора. Это первый Рокзар, второй это Острозуб. А если я сделаю вот так вот? Блин, надо лечиться. Оу. Так, минус Крис. Ребят, надо хиляться срочно. Так, я сделаю ярость Рафа. Это уже для следующей волны. Фу, давай отхилимся. Мало, да? Давай еще тогда хильнемся. Вот уже хорошо. Ну и идем на третью волну. Это у нас Шреддер. А, нет, не Шреддер, ребят. Что-то переклинил меня, что тут будет Шреддер на троне. Так, муха, 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 цикатуха, да? Но этого мы с собой ушатали. У нас нет уклоняхи, видишь, в чем дело? Так, майки под уклонением. Это хорошо, ребят. Давай еще раз сделаем. На всю команду уже уклоняшку поставим. Шреддера, что ли, бомбить? Или муху, я вот не знаю. Ух, валун. Не попал. Пробьешь? Есть. А вот теперь надо муху бомбашить, ребят. Так, Донни, держись. Естественно, тут хиляется, понятное дело. Ну, Так, ну что, Рокстеди, давай поболтаем по душам. Я возьму здесь провокацию. Так, Шархан получил. Это сейчас тоже получит по рогам. Погнали. Можно, конечно, было бы супер ударом бомбануть. Ну что, тигриный коготь. Хорошо бьет. Метко, так скажем. Но это его не спасает. Да, друзья мои, мы прошли с вами события именно платиновые полностью. Теперь можем спокойно фармить. Но в связи с тем, что есть у меня более важные дела на фарме, да, и вы знаете, что я собираюсь фармить. Я фармлю, ребят, вот здесь. Борцы с преступностью. Фармлю вот этот вот момент, потому что здесь, как ты видишь, есть все те самые персонажи, которые мне нужны. А именно Слэш, Кожеголовый, Доктор Роквелл и Голубь Пит. Ну, так как сыр у меня закончился, мы идем с тобой на арену. А на арене мы с вами, ребята... да, в Лиге Мастеров 3 звезды, но ранг 68. Так что ничего страшного нету. Мы сейчас с тобой быстренько прорвемся обратно в топ. Берем так, так. И вот таким вот образом. Маленьких ты можешь брать любых, на свое усмотрение. Хоть самых-самых маленьких, хоть средних. Главное, чтобы ты был уверен, что твоя команда справится с противником. Если у тебя есть массовые бойцы, а в первую очередь это такие, как Леонардо. Да, это вот, по-моему, самый первый, кто у меня появился. Это Леонардо, потом Рафаэль. Именно, хотя Рафаэль, он не массовик. Кто еще? Армагон, он у меня где-то... я даже не помню, что у меня появился быстрее, Армагон или же Усаги. По-моему, у меня появился первым Усаги, потом Армагон, хотя я могу ошибиться. Не помню, если честно, друзья. Или у меня появился Армагон раньше, но прокачал я, по-моему, его очень-очень поздно. И играл все время Усаги. Вот то, что мы Усаги и Лео юзали с вами где-то полгода, это, наверное, точно было такое дело.
Это была неизбежная моя фишка моей команды, да? Я ее назвал непобедимой. И, как видишь, теперь команда у нас изменилась. Теперь у нас рулит Армагон и Супер Шреддер в данный момент. И я с этим ничего, ребята, не поделаю. И, честно говоря, менять пока почему-то не хочу. Меня все устраивает. Я вот еще говорю, кроликов когда прокачаем, посмотрим, что они из себя представляют. Если они будут топовые, то, в принципе, мы определимся уже, как говорится, с нашей командой топовой. И оставим ее, и будем рвать здесь всех. Ну, а потом, естественно, когда все прокачаются, уже будут бои от подписчиков. Это ваша команда, как говорится, да, которую мы будем юзать. Так, ну что же. Армагон, давай. А, Шреддер, конечно. Да, он, конечно, люто делает вот эти свои шипы, но Армагоша тоже не менее люто бомбит валуном. Вот, кстати, Донателло. Кто у нас? Донателло фильм, по-моему, или нет? Донателло Космос, ребята. У него такой же есть, типа, как вот удар у Армагона, да, когда он валуном. Только он ставит свой посох в виде маячка, и из космоса летит валун. Тоже массовая атака. Причем довольно мощная. Так, ну что, как ты видишь, 33-я позиция у нас. И мы уже, в принципе, уже тут сколько? Ну, еще 2-3 боя и будем обратно... Тихо, зачем мне усаги? И будем обратно с тобой на тупом месте, на первом. Ну, как по мне, вот как по мне, мне кажется, что это я на топовом месте. Вот показывают мне, что я на топовом месте. Но помимо меня, мне кажется, там еще сотни людей также стоят в топ-1. Понимаешь? Просто у каждого свой топ. Я могу, конечно, ошибаться. Если бы у меня, например, было бы два аккаунта сразу же, да, и мы, например, бы играли на этом аккаунте и на втором, и я бы мог посмотреть, например, мы забрались с тобой в топ-1, да, и я переключаюсь на второй аккаунт и смотрю, хоп, если я, например, запрыгнул тоже в топ-1, то, по идее, по логике, с первого аккаунта должен был мой персонаж переместится в топ-2. Ну, то есть, с первого места на второе. Если бы это было, то я бы тогда поверил, что да, действительно здесь доска лидеров, как бы так сказать, общая, а не для каждого своя, индивидуальная. Так, слушай, я зря вот эту команду взял. Ёлки-палки, я тут опять заговорился и не увидел, что там майки. Вот он. Трындец, друзья мои. Хотя все отлично. Все отлично. Благодаря, опять же, Супер Шреддеру, потому что он повесил постепенный урон. В этом случае нам с тобой крупно повезло. Так, ну что, сколько там у нас остается-то? Бой другой и все. Ну-ка. Да, наверное, еще поединочек придется сыграть. Да, как раз. Ну что, давай-ка мы обновим. Вот, тезка, Леха, здорово. Раз, а зачем я делаю откаты, если у меня тут бойцов целая куча, а я трачу эти, да? Хе, откаты, молодец, Рэй, ничего не скажешь. Ну что, друзья мои, влупляем. Можно было, конечно, уклонение сделать. А ну-ка, Усаги, проверни свое кредо. Ничего не вышло. Ну все, Армагош, конечно, ушатывает. Слушай, ну мне понравилось. Сегодня события мы прошли очень даже неплохо. Кроме одного. Кроме одного. Ну это, ребята, опять же, сфейлились, во-первых. Ну, что-то пошло не так. Может быть, оно пошло как надо для них, но для меня оно пошло что-то не так. Давай топовое первое место, и я успокоюсь. Да, ребят. Так, ну что? Энергию я всю забрал. Мутаген тут еще у нас. Здесь мы приобрести ничего не можем, к сожалению. Тут еще не так слишком много, чтобы это все пускать на разборку, да, поэтому терпимо. Да, если честно, и разбирать-то зачем? 335 тысяч сюриков. Это просто за глаза и за уши. Да, вот телепорты. Телепорты, да, я хочу, ребята, их заработать. Ну и как ты понимаешь, я их заработаю. И причем здесь все довольно легко. Железноголовый, что он нам сделает? Да ничего.
Сегодня хотел поиграть в Madness, ребята, ну, безумные мутанты. Но подумал, что одной серии, не то что даже серии, одного, двух, даже трех дней, а может быть даже недели будет маловато для того, чтобы им прокачать мощь. Ну, вы видели, да? Что они вытворяют там на арене, и поэтому я решил пока качать. За кадром все это будет дело. Ну, как только наберем более-менее такую мощь, сразу же вернемся. Вернемся к этой игре и будем дальше бомбить. Так, ну что, тут все отлично. Потому что железноголовый здесь ватный. И он будет ватным до конца. То есть это событие приходится вообще на изи. Для меня. Да, телепортов, конечно, дают не очень много. Будем честны, там сколько? 3, 4, потом 5 и, по-моему, самый последний дается 6. Потому что 4 события, да? Или даже 7, ну посмотрим. Как бы не очень много, но поверьте, ребят, когда у тебя вообще голяк, да, вообще нету ни откатов, ни телепортов, ты будешь рад и вот этим, что ты можешь получить на халяву. А это на самом деле на халяву. Я еще даже помню, когда не смог справляться с полным прохождением. До эпизода третьего или до эпизода второго доходил. И то было, ребят, приятно получить, как говорится, эти самые телепорты. Ну, не телеп... ну да, телепорты. Там откаты, синие билетики, а это телепорты. Ну, телепорт нам дают возможность завершить бой, который мы прошли с тобой на 3 звезды. Только в этом случае. То есть получить награды. Да что ты будешь делать? Ну все, он готовщенко. Зачем? Ну Супер Шреддер, ну нафига ты свою вот это делаешь? Кому оно сейчас тут нужно было? Ай-яй-яй. В плане не понял, что-то он промахивается. Все, ребят, забираем последние свои 6 телепортов и можно закругляться. Окей. Так, ну что, дорогие друзья, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Хотя, стоп, у нас немножко мутагена появилось. Что мы делаем? Естественно, качаем. Качаем наших юных бойцов. Да. А вот теперь все. Всем удачи и до новых скорых видосиков. Черепашки-мутанты-ниндзя, 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 юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасают всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывая, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков, ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашью команду. Черепашки-мутанты-ниндзя, 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 юные таланты.